Привет. В игру вышло новое обновление. Там и нерф генраша, как бы, и новый перк для выживших, который дает нам рывок. Предлагаю посмотреть на него в катке. Вы видите, в левом нижнем углу у нас есть новая кнопка на капслок. Это наш рывок. Вот так вот рывок работает. Она хотела нас хитануть, но мы немного разорвали дистанцию. Сумели отобрать на себя внимание наяды. Блин, тут палет нет. Ну да, было понятно. Кстати, мы можем отхилиться. У нас не закончился полностью щит. И, кстати, будет рывок. Теперь у нас две жизни. Нам ебать. Пока. Мне кажется, что рывок это сильный навык. Нужно, конечно, еще научиться его правильно использовать. Окей. Блин. Во всяком случае, мы, наверное, победим. Либо ничья будет. Посмотрим. Ничья. Напишите, как вам новое обновление? И кажется ли вам орех имбовым навыком? Мне кажется, что это сильный навык. Нужно еще понять, конечно, как использовать. Когда использовать. Всем пока.